В рамках международного форума по педагогическому образованию ИФТ-2021 состоялся круглый стол научного совета Российской академии образования, посвященный содержательным аспектам подготовки педагога к воспитательной деятельности. Подробности далее. Проблема воспитания на сегодняшний день является одной из самых неопределенных и сложных не только для образования, но и для подготовки педагога для этого образования. Для нас вот сегодняшнее мероприятие – это точка, так сказать, отсчета для наших уже практических действий в плане специфики подготовки педагога-воспитателя в ВУЗе. Если мы хотим, чтобы учащиеся были счастливы и благополучны, то таким должен быть и педагог, говорит Татьяна Ром. И для этого нужно поднять ряд вопросов. Как должна поменяться образовательная программа, например, в условиях дистантного обучения? Можно ли подготовить педагога к воспитанию только на занятиях, на аудиторных, или что должно происходить во внеаудиторной практике? По словам Татьяны Ром, конференция – это не поиск ответов, это поиск вопросов. Джемини Баева, Андрей Багаудинов, Универньюз.